Костромской области осужден местный житель за совершение ДТП, в результате которого погиб водитель автомобиля и пострадали пассажиры, в том числе двое детей. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 45-летнему мужчине Буйского района, который признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом А части 4 статьи 264 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. А именно, это нарушение лицом, управляющим транспортным средством, автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также повлекшее по неосторожности смерть человека, если это лицо находилось в состоянии алкогольного опьянения. Следствием и судом установлено, что 27 мая 2022 года подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Nissan, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся навстречу автомобилем ВАЗ. В результате ДТП 35-летний водитель автомобиля ВАЗ скончался на месте происшествия. Пассажиры, женщина и двое ее несовершеннолетних детей, получили телесные повреждения различной степени тяжести, включая тяжкий вред здоровью и средней тяжести вред здоровью. С учетом личности виновного, обстоятельств совершения преступления, признания последней вины, приговором суда осужденному назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.